каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Дорогие школьники, вам запрещают драться рюкзаками, делать шпаргалки и рисовать на партах? Сегодня можно все на карнавале вредных знаний. День ученикам позволительна любая шалость. Нужно лишь посетить особенные лаборатории на площади борцов революции. Здесь, прямо от учителей, можно узнать, как вывести двойку из дневника, написать записку другу бесцветными чернилами или подделать печать на справке. А теперь прогуляемся по площадкам и поговорим с учителями загадочных лабораторий. А вот здесь мы учим, ну не то что учим, показываем, как можно провести на перемене весело время. То есть можно поиграть в разные веселые игры всякие разные, можно попускать самолетики, чтобы время на перемене не проходило даром, а проходило весело. Я сейчас делаю очень важную мыльную бомбочку для того, чтобы испортить воду, которой нужно протереть доску. Похоже, ребятам нравится это мероприятие, ведь где еще разрешат так побаловаться? Вам нравится вообще, что сегодня здесь происходит? Да, только жалко то, что это в школе нельзя делать. А что вы сегодня сделали? Мы из рогаток стреляли, прыгали, рисовали на партах. Это было так весело и интересно. Мы на меткость бросали, хорошо меткость проверяли, в футбол играли. Вот сейчас еще пойдем куда-нибудь. Я в этом году пойду в первый класс. А ты там будешь на партах рисовать? Нет. Вот и закончился карнавал вредных знаний. Праздник ярких эмоций и радужного настроения ребята запомнят надолго. Главное, чтобы полученную информацию они не применяли на практике, а были примерными учениками.